Друзья, всем привет из Питера. Я сейчас иду по Московскому проспекту. Вот погода вообще не айс, конечно, да, дождь и холодно. Ну вот пока вышел прогуляться и хочу снять очередное видео. Хочу дать несколько рекомендаций тем, кто собирается переезжать. Опять же говорю, ну в общей сложности, неважно куда там, в Москву или в Питер. Как себя нужно настроить, к чему быть готовым. Итак, первое — это моральная подготовка. Без нее никуда, то есть вы должны быть готовыми в том, что вам придется ехать, как-то это осознавать. И чем заранее вы начнете об этом думать, тем вам может быть проще. Ну, по крайней мере, у меня было так. То есть, если это делать резко, то это будет намного тяжелее. Поэтому моральная подготовка, да, в первую очередь. Это новый город. Вы здесь все изучаете, будете. И когда вы ничего не знаете, ну, это очень тяжело на самом деле. Конечно, по-разному это дается. Не всем это одинаково. Кому-то тяжелее, кому-то легче. Но опять же говорю, к этому надо быть готовым. А второе, на что я хочу сказать, это запас финансов у вас должен быть. То есть без этого вообще никак. Без финансов, как говорится, делать нечего. Чем вы больше с собой возьмете денег, тем будет лучше. Опять же, надо исходить из своих там желаний, из своих потребностей. То есть, где вы будете жить, в квартире или в комнате, чем вы будете питаться, что вы с собой возьмете, какие вещи. Это тоже нужно, это тоже все важно учесть. Запас финансов. Следующее, что хочу сказать, это... Не надо думать о том, что все у вас начнется шоколадно, что у вас сразу жизнь пойдет как по маслу. Но и настраивать на плохое себя тоже не стоит. То есть здесь как-то нужно быть нейтральным. Ну, третий совет – быть нейтральным. Но не думать о том, что все будет хорошо. Потому что многие люди едут, так сказать, в розовых очках, а потом разочаровываются. Ой, да как так? Да я вот думал, да мне там говорили. Шоколада нигде нет. Медом не намазано. В Москве точно так же, хочу сказать. Поэтому будьте на нейтральной стороне. Не думайте о плохом, но и не думайте, что сразу все у вас пойдет как по маслу. Следующее, к чему, на чем хочу сориентироваться, да, это умейте составлять свой финансовый план, сколько вы денег будете тратить на аренду, на питание, на проезд, на какие-то неотложные нужды. То есть это тоже как-то нужно спланировать, без этого тоже никак. То есть, живя у себя, вы должны это учесть. Ну, я думаю, кто это... Те, кто уже давно как-то пытается жить там самостоятельно, пусть даже там с кем-то, ну как-то рассчитывать свои заработки. Не то есть не так, что там получил и все, и давай все тратить так или это. Нет. А именно рассчитывать. То здесь тоже вам будет, ну, может, попроще. И еще хочу дать такой совет, что пятый. Это... Мониторьте вакансии, мониторьте рынок недвижимости, то есть аренду квартир, комнат. То есть как-то заранее там ВКонтакте где-нибудь, я говорил, есть группы разные. То есть попишите там людям, узнайте где как и что. И точно так же насчет вакансий. То есть хотя бы просто там посмотрите отрасли, где какие зарплаты. Это тоже учтите перед тем, как ехать. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.